они сейчас убивают как-то ненормально слишком. Есть. Да. Домики. Нет, домики. Часть. Два. Почему-то аптека не взялась. Убили меня. Охереть. На, понял, на крыше, что ли? Ледок свит. Хорошо. И видеокарта. Ты ёшкин кот. Не вовремя ты погиб. Ладно, чатик. Готовы? Чат. А он нет. Так, и Ледокс. Миллион. Понятно. Летели быстрее спать. Братишка, давай вместе. Я же подобрать ее не могу, блин. Как там? Так, держать. Вроде не было по коридору. Да-да, мы тут оба. Это укрытого. Да-да-да-да-да. Человек, походу. Направо, шифтует очень хорошо. Да, бежит в сторону временок по центру прям. Да, чувака. Идет к ременкам. Я в черпичку захожу. Он здесь. Блять, скорострельный, что-то у него. За Уралом, на гранате. Да, на дороге. Без за дровами теперь. Чуть дальше. Это другой. Одного убил, дальнего. Что есть там же. Низцов, племянкам. В крытом еще есть черик. Мать, я под крытым. Убил. Я у тебя. Даю гранту наперед. Я у ребенок. Он здесь у меня где-то. Какая? Не понимаю. Это он, да, сжимает? Убил. Бил? Ага. Вижу. Ставим грудак. Бам! Не ваншот. Голова чела не ваншот. Мне кажется, так к палатке он, наверное, ушел. Ну, типа, полутать. Да, но... Мне кажется, так кисек его оттянулся. Не видел я, чтобы он сюда смещался. Берлиц был. Звездочка закончила. Его палатка. Он тут лежит в этом в кусту. Сейчас я его нахер. Да не убивай, не убивай, ну зачем, зачем, ну зачем? Я хотел поиздеваться над ним. Герой, я со стороны, как будто там хилишься или что-то. Да я звезду ел и услышал, как он на месте, ну типа, крутится, лежит в кустах. Хотя первому я мог в живот попасть.
смысле, либо промах. Ты шо, блин, там кровь же была у него. Вон у него. Ну, вот первое попадание, видишь? Вот он. 100% попал. Ну, в живот, скорее всего, да. И воздух пусть знает, что на карту высадилась тяжелая артиллерия. Да не говори. Вы ко мне подбегаете? Нет. Где? У воды. Нет, это не вы, не вы, не вы. Сейчас будут эксперименты. Не убивайте, не убивайте его. Попал в спину. Ну, по сути, у грудак. Не ваншотнуло. Со второго убил. Закладываю дальше. Вид, ты стреляешь? 7 уровень. Валенок зовут его. Отлично. Ладно, лутаю. Опасно, конечно. Ох, нихера. В шестом классе этот челик. А кто в критом? Враг. Убил? Не знаю. СВД в критом. Я вижу гранат. Вижу. Убил. Мосинка там, по-моему, только вот. Он СВД. Может и то, и другое. У него два ствола было. Я под пушку. А я убил, это второй был. Понял, хорош. Ну, а, он тут собрал моего юсека уже, которого я вначале шлепнул. Ты да подбегаешь. Получается, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. Настроя это 10. 4 жетона плюс вид 5. Вот и считай. На 4 жетона тоже. Ну, все. Надо ваншотов от нее сейчас добиться, тогда я. Ну, буду доволен тестом, так сказать. Без ваншотов. Ну. Я как бы привыкший стрелять в голову. Обычно человек. И мне эта винтовка не особо привлекательна. Сильно на FTS похоже. То же самое ложе, практически. Нервно курящие сектанты у избушек. Мне пятеро. Так. Каких слов не хватает в игру? Не, вообще с этой Валхалой почти что живу там. Я бы больше добавил болтовых снайперок. Мне нравится стрелять из болтовок в таких играх. Но разработчики так не считают. Они добавляют вот полуавтоматы под 338 Лапуа Магнум. А вообще не хватает русского оружия, которое бы составляло отличную конкуренцию иностранному, которое в данный момент в игре самое топовое. Им нужно добавить, ну, допустим, добавить АЕК. Допустим, добавить 107-й калаш, АК-12, соответственно. ГСПСО, будем дистанцию выводить. Хотя бы вот эти три ствола, чтобы они, 107-й и АЕК, они по скорострельности будут, допустим, как бы переигрывать тот же самый Хетлер там, или М-ку. АК-12, он самый сбалансированный, самый современный, блин, калаш в России, и его нету в игре, которую делают русские. Это интересно, конечно. Зато есть вот Мьёльнир, который, блин, непонятно зачем вообще добавлен. Вижу, снайперский камень. Придем. Одного убил. Вот это был ваншот, по-моему, в грудь в этот раз. Но стрелял не он со СВДхи. Ты? Били меня. Бля. Думал, это ты. Нормальный тип, кстати. А Дарка прям хламиндос заапгрейженная. Так, захочет зайти на завод.
Это будет считаться даже в таких условиях легкой картой для новичков? Что там бывает время от времени такие типы заходят туда и уничтожают все, что видят. А что там? Сколько время там? 21:45. Это зеленый на вебке, так я Халк. Просто я просто начинаю злиться немного уже, понимаешь? Поэтому зеленый такой оттенок на лице, соответственно. О! По мне. Типа. ПД. Да. Блять, видит меня. Мне очень херово, я минус. Мне тоже херово. Я вышел на деревушку. По мне? Да, это Мьёльнир, блядь. Я минус, скорее всего, минус. Лайк. Убили меня. Да, нет, один. Он на ясеке сидит. Да. Минус два. Хорош. Два спала кидала, я не знаю. Там на камнях, да, они прям вид. А еще один. Кто там бегает? Я не бегаю, я сел. Это я вижу тебя. Все, вижу. Прямо иди. А, не, ну и все как были. Я справа от тебя. Дальше были? На камнях, кто? Я слева от тебя. Ты сказал, видишь меня. Вот я, ты сейчас на меня целишься. Вон напротив, он тогда уйдет. Тут еще! Убил одного в упоре. Убил дальше. Бля. Он сидит, я тебе говорю, кто сидит, ты говоришь, я сижу. А я тоже сел, да. Ты шефтуешь, да? Пробежал, да, вот сейчас скажу просто. Ты там у них ходишь. Да, и... Убил. Нет. Убил. Ага. Просто тоже у них. Вот и пятый. Типов, уверен. Теплаки, пол брони и все подобное. Ну, не совсем тут. Ну, такие хорошие, 27-е. Этот с МКшкой без прицела. Он, походу, с них поснимать, может, уже успел. Надо того типа посмотреть. Или скинул. Конечно, теплаки слишком хорошо увидели. Ну, знаешь, он бы не успел. Я его первым убивал. Тихо. Сразу. У меня есть вид. Сзади меня кто-то идет. Как мы шли, понял? Понял. Можешь забайтить его? Пошуметь там вдалеке. Чтоб я в упор его убил здесь. Кинь там гранатку, не знаю, флешечку, что-нибудь. Поговори. Во-во-во-во-во. Так, шифтует. Убил. Так. Блядь, еще один! Убил. Сука, без единого звука сидит просто. Да он бы подходил, наверное, там полулежа. Куда все же челобот пришел, блин. Прямо тут ходим. Тот чувак действительно залутал, я же того не смотрел третьего, не хотел. Он вообще голый в паке. У него нет ни хрена. У меня. Они походу багаюзят. Хочу там не забрал винтовку Мьёльнир, не будешь брать что? Блин. Бери, ты же тестишь, бери, тебе пойдет. Ну тогда. Место освобожу только. Ну не могли они скинуть. Я сразу две головы дал, то есть, ну... Ну, да, может да. быть, у них был челик еще один, которого вы убивали последним. Ну, смотрите, там ближайший. Ходи от церкви. Кстати, здесь на карте видел где-то отмечен дом Буянова почему-то. Знаете почему? По-моему, вот этот вот дом Буянова отмечен, если я не ошибаюсь. Вильнера, наверное, сразу пойду. Так и прибежал, человек. А в нем есть патрон, да? Нет, а, вот, кстати...
Есть, есть, есть. Смотри тогда, сейчас тебе покажу еще раз. Вот с ним должно нормально получиться вроде. Здесь нормально. Видно, да, было? Как он прям так вверх так прыгает, патрон. Ноги бы тут не сломать. Ну чё, бля, работы? Так. Днем они в доме Буянова тусят, деньги пилят. А может, они там игру одну пилят в этом доме Буянова днем, а ночью сектантами в лес выходят? 36-41-35. Страшно, Блэд. Вырубайте. У меня трое. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.